Если я дам вам по 1 000 000 наличкой, что вы почувствуете? Я буду очень благодарен. У тебя какое-то время будет хорошее настроение? Разумеется. Хорошо. Я сказал, что дам вам 1 000 000. А если я дам 10 миллионов? Но завтра вы не проснетесь. Ты умрешь. Тогда ты возьмешь деньги? Конечно, нет. Значит, вы оба говорите, что проснуться... Просто проснуться завтра — это дороже, чем 10 миллионов долларов. Да, это заставляет по-другому взглянуть на вещи. Тогда почему вы каждый день не просыпаетесь с таким чувством? Черт, вот блин. Жесть. Я об этом и не думал. Никто об этом не думает, поэтому все просыпаются грустными, в плохом настроении. То не так, это не так, мир меня ненавидит, мир несправедлив. Я не могу сбросить вес по той-то причине, я не могу прийти в форму, я не могу зарабатывать и бла-бла-бла-бла-бла. Ребят, мы проснулись. День уже будет хорошим, вопрос в том, насколько хорошим он будет. Верно. И если он не настолько хорош, как мы хотели, тогда будем надеяться, что мы проснемся и завтра.